Совсем не элитный запах. Жители дорогих квартир задыхаются от вони фекалий. Вот. Кордонки там. Эти кадры сделали возмущенные жильцы десятиэтажки по улице Дзержинского. Их элитную многоэтажку затопило фекалиями. По словам жильцов, запах настолько едкий, что даже консьержки отказались работать. Коммунальщики откачали воду, однако на следующий день нечистот натекло еще больше. Жильцы уверяют, отходы плавают даже в шахте лифта. Теперь жители недоумевают, как им жить в элитном доме с неэлитным запахом.